Третий день в ивенте Car Xmas. Стой, ты хочешь купить дешевую робоксу, но не знаешь где? Тогда робокшоп для тебя, ведь у них очень выгодный курс. 1000 робоксов ты можешь купить всего же за 700 рублей. А также быстрая поддержка, с помощью которой ты в любой момент можешь решить свою проблему. Робокшоп ценит своих покупателей и именно поэтому дает гарантию качества. А также у вас есть возможность получить бесплатные робоксы в их ВК-сообществе. 1000 покупателей, в том числе и я, остались довольны после покупки робоксов на этом сайте. Так что советую тебе не упустить такой шанс. Ну а мы переходим к ролику. Ну и всем привет, друзья. Сегодня в ролике у нас будет гайд, как пройти новый третий день квеста Car Xmas, пройдя который мы получим новый врапс. Не знаю, это будет на все машины или же только на мотик Horizon Xmas. Это мы с вами сегодня узнаем, и также я вам его покажу. Мы также, как и в прошлый раз, идем к Санти и нажимаем кнопочку Talk, то есть поговорить. Он нам дает задание, и мы должны найти, получается, 8 деталей, чтобы собрать Сани. Ну, тогда мы едем к первой детали. Ну и первая деталька — это у нас вот такие вот украшения на Сани. Мы их собираем, вот тут у нас находятся они, это получается у нас автозавод и под автострады. Собираем и едем дальше. Ну и следующая деталька у нас также находится под мостом, только вот рядом с этим, рядом с гонкой дрифт. Получается, собираем и также едем дальше. Это у нас сиденье для саней. Следующая деталька — это у нас снова золотые украшения для уже сиденья в сани. И находится она вот тут, рядом с этим новым мостом. Собираем и едем уже к третьей детали. Или, да, нет, к четвертой детали. Да, следующую деталь было, конечно, достаточно сложно найти, но она находится вот в этом вот тоннеле, где новый гоночный центр. Мы подходим и собираем. Это также какие-то новые золотые украшения на наши сани. В городе под трамплином у нас находятся вот такие вот кресла. Ну а мы уже едем за шестой деталью. Фух, сейчас мы достаточно долго искали, хоть и детали лежат на достаточно видном месте. Это у нас снова какие-то украшения, такие узоры золотые опять. На вот этой вот горе, тут у нас вот это вот озеро. Собираем и едем дальше, уже к седьмой детали. Ну и вот следующая деталька, это у нас вот такой вот мешок с подарочками. Мы его собираем, он находится у нас на месте, где раньше была гонка пустыни. Ну и теперь мы едем к последней, финальной детали, она у нас находится в порту. Ну и также мы тут долго не тратили время и сразу нашли деталь. Даже не знаю, честно говоря, что это такое. А, нет, знаю, это, конечно, чтобы запрягать оленя. Также собираем, это у нас вот тут, прямо рядом на контейнерах. И возвращаемся к Санти и получаем наш с вами врапсик. Нажимаем кнопочку «Поговорить» и наш приз... А, да, это все-таки врапс только на этот мотик. Ну ладно, ничего страшного, давайте я вам его сейчас покажу. Заходим в его прокачку и в рапс нажимаем. Ну, в принципе, неплохо выглядит. Давайте его оденем. Ну, честно говоря, такое, тем более еще переднее крыло не красится. Не знаю, честно говоря, мне не особо нравится. Ну, а на этот ролик пошел к концу. Надеюсь, я тебе помог. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. To go gliding in the one horse sleigh.